Современный, легкий и маневренный вертолет «Ансат», разработанный в Татарстане. Он способен работать в широком диапазоне температур и в любое время суток. Дальность полета свыше 400 километров. Базируется воздушное судно в Брянской авиагавани по программе развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта здравоохранения. Контракт заключен до конца вот этого календарного года. В дальнейшем также планируется осуществление авиамедицинской эвакуации в последующие периоды. Вертолет предназначен для авиамедицинской эвакуации пациентов с различной патологией. Это кардиологическая патология, острое нарушение мозгового кровообращения, конечно же, ДТП и реанимационная помощь детскому населению. Брянский регион в числе лидеров по организации медпомощи такого класса. Места закрепления стандартные, просто они используются для введения нескольких препаратов одновременно. Оснащение вертолета не уступает крупным больницам и федеральным медицинским центрам. Самая современная, на мой взгляд, и наиболее передовая техника – это CorPulse. Это устройство, так называемое, включает в себя комбинацию дефибриллятора, монитора. Это вот техника. Она снимается здесь, фиксируется. Ее можно в любой момент отсоединить, вынести. Здесь подсоединяются датчики насыщения крови кислородом, датчики давления, кардиомониторирование. Помимо этого, на борту аппарат ИВЛ, оборудование для переливания крови. Словом, есть все условия, чтобы начать оказывать квалифицированную помощь пациенту еще в воздухе. Больных доставляют не только в лечебные учреждения Брянска, но и в столицу. За последние годы в Брянской области значительно повысилось качество автомобильных дорог, что уменьшило сроки медицинской эвакуации пациентов из удаленных районов области. Тем не менее, ключевым преимуществом вертолета является минимальное время нахождения пациента в пути, что позитивно влияет на дальнейший прогноз лечения, улучшая его качество. Оператор предоставляет не только технику, летный и технический персонал. Обслуживание вертолета полностью лежит на плечах компании. У нас есть собственная служба, которая занимается топливным обеспечением. Мы подбираем площадки, мы обустраиваем их. При этом мы говорим не только площадки базирования, мы и говорим про те площадки, которые используются непосредственно в удаленных районах для эвакуации пациентов. С начала работы в регионе, то есть за 3 месяца, вертолет санавиации перевез уже больше 30 тяжелых больных. Это больные с нарушением мозгового кровообращения, это 4 пациента у нас в этом году уже с января месяца эвакуированы. Также острый коронарный синдром и инфаркт миокарда. А также 2 детей было эвакуировано, 1 с заболеванием шеи, которому требовалось оперативное лечение, которого была угроза возникновения удушья, поэтому использовался вертолет. И ребенок с травмой головы, лицевого скелета из Подгорской ЦРВ после дорожно-транспортного происшествия. Здоровье жителей региона – безусловный приоритет для областных властей. И какие бы непростые условия ни складывались, каждый может своевременно и оперативно получить качественную и передовую медицинскую помощь. Артемий Маркелов, Елена Лыщицкая, Александр Жучков, Денис Пашков. События. Брянский район.